Привет, как тебя звать? Меня зовут Володя. А скажи, Володя, откуда ты приехал? Я приехал из города Тулы. Скажи, а ты любишь Россию? Люблю. А ты, может быть, знаешь стихи про Россию? Знаю. Ну давай. Едина Россия! Здесь наций немало. Их более сотни, и то не предел. Народы Россия всегда созидала. Единство и дружба – вот наш удел. Русские, чеченцы, калмыки, татары, да стоит ли нации все называть? Единство России – могучая сила. Историю нашу нельзя забывать. Знаю, что мне бескорыстно поможет друг молдаванин, товарищ казах. А злобыхателей зависть так гложет то, что Россия в надежных руках. И издревле люди вставали за слоном, если вроде Русь пытались сгубить. Было всегда нерушимым законом нашей отчизне единую быть. Так пусть же крепнет единство России. Пусть все народы, как братья, живут. Только в единстве великая сила. Сила, что люди отчизне дают. Настоящий патриот. Спасибо вам большое. А расскажи, что ты любишь делать в свободное время? Я люблю играть с мамой, ездить на машине, играть в лего. А во что ты с мамой играешь? В разные игры. А, например? В догонялки, в бонь-перебонь. Бонь-перебонь – это с моей собакой. Здорово. Скажи, а что ты любишь покушать? Я люблю макароны с водицей. А еще? Мясо, пельмени, рис, суп. Что ты читаешь? Или мама тебе читает? Какие сказки или стихи? Я люблю и сказки, и стихи, и книжки. Я все люблю. Какие книжки твои любимые? Про умную собачку Соню, «Изумрудный город», «Все приключения», «Приключения Хама и Суслика» и много-много других книг. Ну что, удачи тебе! До свидания. Спасибо вам большое. До свидания. Давай пожму руку.